Звучит вполне в ее духе. Не так уж трудно. Не упустите его! Что? Это люди! Да, за ним, за ним! Отходим! Думаешь, пробито? Патруль мародеров! Назад мы ехали на запад. Я пришел проведать этого жирного лентяя. Ну чё, Бухарик, не надоело тебе валяться? Там Бухари. Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Всё, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Нет, Дикон. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Я не понял, ты сказала, что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Знаешь что? Я Дикон. Могу кое-что Дикон, сделать. Дикон, я могу... стой! Что? Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я все. Могу... Иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Пожалуйста. Иди домой. Иди домой, Дикон. Дик. Да, он поправится. Просто надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной. Я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Короче, слушай,
Пару месяцев назад в лагерь приходил один номад. Рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Фервале, когда пошел весь замес. Как-то ночью они ждали самолет из Портленда. Но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да-да-да, я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Ну, короче, этот номад был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Буф, только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целехонький. Типа, ну, управляемое падение. Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Не. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сейчас. Все, к западу от Айрон Ридж теперь принадлежит Карлосу и его банде веселых лысых гопников. И если они тебя там поймают... Короче, иди на север, брат, потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, вот я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усёк, брат? Во-вторых, ты же номад. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка, и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить, как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся.